А тут появилась возможность. Наука говорит: слушайте, а давайте мы расчистим вот эту всю хренотень, которую вы себе наворотили, желая как-то организовать собственное бытие, не имея ни малейшего представления о том, как это нужно делать. Давайте мы поможем вам разобрать эти завалы, увидеть, что происходит на самом деле, и, может быть, вы остатками своего интеллекта, который, по идее, должен у вас быть, потому что вы называете себя людьми разумными, как-то придумаете, как воспользоваться этими инструментами для того, чтобы ваша жизнь, наконец, перестала быть вот этим жалким подобием человечности, а стала чем-то таким реальным, ценным, ради чего и в связи с чем хочется жить. Поэтому нужно всегда помнить, что бы мы ни делали, конечным реципиентом нашей деятельности является другой человек. И если не будет этих других людей, мы будем сходить с ума. Поэтому нам надо затачивать свою деятельность таким образом, чтобы она привлекала людей к ней, чтобы они хотели этих результатов, чтобы им было любопытно, чтобы им было комфортно, чтобы им было живенько. Мы должны это делать. Это наше не обязанность, а предназначение. Потому что если мы будем это делать, мы будем чувствовать себя счастливыми, насколько это позволяет наше не очень счастливое бытие.